Ну, хорошо играли мы. Все, ну, выполняли тренерскую установку. Хорошо, что голы забили в третьем периоде. Удачно. Уже два матча, крупные победы над неслабыми соперниками. Уже такой слават мы будем видеть в сезоне. Получается, он обретает свои черты. Блин, хотелось бы, конечно, каждую игру так выигрывать, но я думаю, не получится всегда так побеждать. Но мы с тобой будем стараться. В концовке в третьем периоде так удачно все получилось. Там добавили или соперник уже на контратаках поймали? Ну, на контратаках, да, начали ловить. Соперник где-то начал проваливаться, и мы хорошо реализовывали моменты. Второй сезон играете вместе с Лисиным, с Макаровым. У вас уже, наверное, где-то на уровне внутри где-то все друг друга понимаете, да? Блин, я не знаю, сегодня мы так отыграли. Ну, команду не подвели, слава богу. Но будем стараться действовать еще лучше. Матч на ноль сегодня, первый в этом сезоне. Это добавляет уверенности? Ну да, конечно. Когда на ноль играешь, значит, все делали правильно. Там есть кое-какие недочеты. Будем исправлять.